Как происходит обмен веществ в метаболизм? Почему он может нарушаться? Что значит ускоренный метаболизм? Когда возникает замедление обмена веществ? Как можно его ускорить? Смотрите видео до конца, чтобы узнать, что и как влияет на обмен веществ и как нарушение метаболизма можно исправить. Перед началом видео хотим сначала поздороваться, потом пригласить подписаться на канал. В каждом живом организме постоянно происходят различные биохимические реакции. Именно за счет них осуществляется вся жизнедеятельность. Совокупность всех этих превращений называется обменом веществ или метаболизмом. Как происходит обмен веществ? В организм человека в виде пищи и воды поступают различные вещества. В кишечнике под воздействием ферментов они распадаются на более простые, которые попадают в кровоток и распространяются по всему телу. Впоследствии из них синтезируются необходимые для жизнедеятельности соединения. В результате сложных биохимических превращений выделяется энергия, необходимая для правильной работы клеток. То есть в процессе обмена веществ сначала происходит распад одних с последующим синтезом других веществ, выделением энергии, а в результате конечных превращений после необходимых реакций получаются шлаки, которые выводятся из организма. Метаболизм состоит из двух стадий. Катаболизм – распад получаемых питательных элементов с высвобождением энергии. Анаболизм – синтез новых необходимых соединений с затратой энергии. Если эти две стадии находятся в сбалансированном состоянии, то в теле человека поддерживается правильная работа всех органов и систем. Выделяются такие виды обмена в тканях. Белковый, липидный, углеводный, водно-электролитный, витаминов и минералов. Каждый из них проходит определенные этапы. Вместе с пищей попадание необходимых полезных и питательных веществ. Активный распад их в желудочно-кишечном тракте под воздействием пищеварительных ферментов. Тканевая стадия, при которой происходит перераспределение элементов и построение новых соединений. Выделение ненужных, образовавшихся в процессе обмена веществ, выдыхание углекислоты, выделение шлаков через почки и кишечник. Сбои на любом этапе приводят к появлению нарушений в работе организма, тяжелым последствиям. Почему может нарушаться обмен веществ? Интенсивность обмена веществ зависит от внешних и внутренних факторов. В течение дня скорость метаболизма может изменяться примерно на 10%. Она зависит от количества необходимой в данный момент энергии, то есть при физических и умственных нагрузках будет ускоряться. В покое организму необходимо также постоянно подпитываться энергией. То количество калорий, которое сжигается без физических нагрузок, то есть в состоянии покоя, называется основным обменом. На основной обмен влияют соответствие мышечной и жировой тканей. Обилие жировых отложений уменьшает энергозатраты, а мышцам даже в покое надо больше энергии. Правильность режима питания. Хорошо сказывается 4-5-разовое питание, и плохо – обильный однократный прием пищи, либо голодание. Прогулки на свежем воздухе, поступление повышенного количества кислорода улучшает обмен веществ. Занятия спортом стимулируют интенсивность обмена веществ и наращивание мышечной массы. Некоторые внешние условия, например, ускорение метаболизма при низких температурах окружающей среды для создания оптимальной температуры тела. Наличие изменений со стороны внутренних органов, изменение массы их и плотности, связанные со старением, развитием заболеваний. Состояние гормонального статуса. Некоторые гормоны замедляют определенные виды обмена, как инсулин, тормозящий обмен углеводов, а другие стимулируют, как гормоны щитовидной железы. Нарушение метаболизма проявляется следующими признаками. Избыточным потоотделением, потливость возникает даже в состоянии покоя и без вегетативных нарушений. Пониженной умственной и физической работоспособностью, постоянно плохим самочувствием, слабостью, быстрым разрушением зубов, потерей прочности ногтей, выпадением волос, тусклостью и истончением кожи, ожирением или наоборот истощением, появлением отеков и не только на лице и ногах, но и на руках и пояснице, плохим сном, трудностью с засыпанием. Что значит ускоренный метаболизм? Ускоренный метаболизм – это такой обмен веществ, при котором происходит сжигание большого количества калорий, ускоренное протекание всех реакций. Для поддержания равновесия всех функций в организме таким людям требуется поступление избыточного количества калорий.
К симптомам, характерным для высокого метаболизма, относятся: такие люди всегда худые, не могут набрать вес, страдают от невысокой мышечной массы. Возможно снижение гемоглобина, развитие железодефицитной анемии. Повышенная активность, постоянно находят себе занятия, не сидят, отдыхают мало. У них ускоренное сердцебиение, тахикардия даже в покое. Всегда немного повышенная температура тела. Они постоянно хотят есть, отличаются отличным аппетитом. Жировая прослойка почти совсем отсутствует. Когда возникает замедление обмена веществ? Замедление метаболизма может происходить в результате постоянного стрессового состояния, когда организм компенсирует расстройство нервной деятельности понижением энергетического снабжения клеток, недостаточного поступления необходимых веществ, витаминов, минералов, питательных элементов, неправильного питания, голодных диет, разгрузочных дней, несоблюдения периодичности приема пищи, кратковременного сна. Если в организм поступает недостаточно калорий, то тело переходит на охранительный, сберегающий режим и замедляет метаболизм. В результате этого понижается работоспособность, угасает умственная активность. Растет прослойка жира и уменьшается объем мышц. Нарушается выработка гормонов эндокринными железами. Отмечается сухость кожи, постоянная зябкость. Развивается апатия и безразличие. Как можно стимулировать обмен веществ? Не всегда обмен веществ замедляется с возрастом. Во многом это происходит от образа жизни человека. В результате замедления метаболизма развиваются дисфункции разных органов, страдает структура тканей, возможно появление мутаций у клеток. Если происходят такие нарушения, то следует обратиться к врачу. Однако сначала надо проанализировать свой ритм жизни и пищевые привычки. Возможно, кое-что можно исправить самостоятельно. Умейте расслабляться, ненадолго лежа на диване. Просто ни о чем не думая, без напряжения, давайте телу отдехать в течение 15-20 минут. Но только не сразу после приема пищи, иначе ваш метаболизм еще больше замедлится, да еще будут проблемы с пищеварением. Не принимайте ни в каком виде, ни в каком количестве алкоголь, он оказывает замедляющее действие на все реакции. Не употребляйте много сладостей, которые приводят к повышению сахара и отложению жира. Лучше используйте во время перекусов орехи, творог, сухофрукты. Старайтесь больше двигаться. Стоя в очереди, делайте незаметно движения руками и ногами. Ожидая транспорт, ходите, а не сидите на скамеечке. Во время работы, сидя за столом, двигайте ступнями. Пейте кофе, если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. Кофеин разгоняет метаболизм на 5-8%. При сидячем ритме работы каждый час делайте 5-минутную разминку. Вечером прогуляйтесь в парке, лишний раз ходите в баню. Ешьте больше овощей, содержащаяся в них клетчатка требует для своего продвижения по кишечнику и частичного усвоения калорий. Поэтому повысит интенсивность обмена веществ. Соблюдайте правильный режим питания, обязательно вводите перекусы. Ведь метаболизм замедляется, когда человек голодный, а если не дать появляться голодным позывам, то и обмен веществ не замедлится. Обязательно хотя бы раз в неделю занимайтесь спортом. Любая тренировка с нагрузкой повышает интенсивность обменных процессов на сутки. Совершайте как можно больше пеших прогулок. Ходите гулять в ближайший парк, выезжайте в выходные на природу. Сократите потребление сладкого и соленого, чтобы не было сбоев в обмене углеводов и водно-электролитном балансе, способных замедлять биохимические превращения. Употребляйте в пищу продукты, повышающие интенсивность обменных реакций, а именно яйца, постное мясо, рыбу, сливочное масло, овощи и фрукты, грибы. Водоросли и орехи, морепродукты. Исключить следует трансжиры, простые углеводы, искусственные подсластители. Пейте больше зеленого чая и добавляйте в пищу специи. Старайтесь вести размеренный, правильный ритм жизни и не употребляйте в пищу вредные продукты. В таком случае есть возможность справиться с замедлением обмена веществ самостоятельно. Но если не получается, то следует идти к врачу, проводить обследование. Поводом посетить терапевта, а потом эндокринолога, может быть нарушение процесса усвоения пищи, появление дискомфорта в животе, вздутие, неустойчивого стула без видимых причин. Быстрое изменение веса, как повышение, так и стремительное похудение. Появление ломкости и слоистости ногтей, ухудшение качества локонов, выпадение волос. Появление боли в мышцах, нарушение структуры мышечных волокон.
периодическое возникновение сыпи на коже, часто возникающие отеки на руках, ногах и лице, быстрое разрушение зубов, выпадение пломб. Когда возникают подобные проявления, не стоит ждать, что все пройдет само, надо идти к медикам.